Детство – неповторимая и волшебная пора в жизни. Время искренних эмоций и настоящей свободы творчества. Считается, что в этот период можно наилучшим образом раскрыть потенциал ребенка. С такой целью в библиотеке Гора Ленинских прошел мастер-класс. После того, как сделали ствол, делаем тонкие, немного веток, да, вот так вот сделать. За столом обычные ребята и дети с особенностями развития. Все вместе они творят и созидают. Здесь нет никаких барьеров и преград, только общение, дружба, радость. На помощь тем, кому самые обычные действия подчас даются с трудом, приходят и их сверстники, и взрослые. Для обычных детей есть всегда какие-то кружки, какие-то секции, какие-то развивающие занятия. С инвалидами это немножко сложнее. Во-первых, стесняются сами мамы приводить своих детей, потому что чувствуют себя не очень комфортно среди здоровых детей. Да? Во-вторых, дети сами тоже стесняются. Вот. Поэтому мы решили объединить как-то, вот, познакомиться мамы и детишки-инвалиды, собрать в какую-то такую вот коалицию, организовать какой-то клуб. Сегодня первая такая встреча знакомства. В теплой, непринужденной обстановке ребята рисуют деревья и цветы. В ход идут не только традиционные кисточки, но и ватные палочки, картонные втулки. Так легче удаются детали, передаются оттенки цвета. И у каждого ребенка получается свой шедевр. Ты довольна своим рисунком? Да, очень у меня получилось. Ну, не тяжело. Не тяжело. Ну, я смотрю, ты даже подписал ее, да? Да. А ты теперь все свои картины будешь подписывать? Да. Подобные мастер-классы планируется проводить регулярно. А значит, впереди такие же интересные творческие задачи. Хендмейд-поделки и, конечно, радость общения. Хорошо, весело и дружно. Ребятам, я думаю, понравилось. У них остались на память, да, работы, которые они могут взять с собой домой. Каждый раз после занятия они будут уходить с поделкой, либо любым, ну, рисунком. Все, что они сделали сами, вот, своими руками. Ребят, понравилось занятие сегодняшнее? Очень. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.